Что я сейчас делаю? Ну, как вы догадаетесь? Я делаю, естественно, шашлык. Вот. К чему этот шашлык предназначен? Ну, к тому моменту, что мы завершили посадочные работы. И не только посадочные. Мы сняли весь урожай. Ура, господа! Ура! Ну вот, казалось бы, что дальше-то? Вот. А дальше заключается следующее. Вот. Мне срочно необходимо поехать в Китай. По одной простой причине. Там занимается лечением опухоли головного мозга. Вот такая штука. Вот. Причем они, конечно, все это дело не вылечивают, но блокируют. Вот. Что касаемо меня конкретно теперь, да? Вот. Знаете, такая штука была? Глиобластома. Не все знают. Но если вы хотите, вбейте в интернет глиобластома и поймите, что это четвертая стадия рака. Четвертая стадия рака была у кого? У Жанны Фриске. К сожалению, ей не удалось вытащить по одной простой причине. Она рожала ребенка, и вот не получилось. Не получилось. Вот. Четвертая стадия, как мне говорят, у меня. Ну и у Дмитрия Хворостовского и всего остального, да? Вот. Это бывает такая штука. Очень нехорошая. Вот. И скорее всего, если вы ее не будете лечить, вы, естественно, крякнете. В связи с тем, что моему сыну 4 года и 6 месяцев, я бы хотел все-таки пролечиться. Теперь возникает другой вопрос. У кого бы я сейчас взял бы денежки? Угу. К сожалению, я не певец. Я не Дмитрий Хворостовский, а просто Алексей Чилейкин. Ну, то есть деньги мне взять, по сути-то, не у кого. Вот. Я обращаюсь к вам, господа. Если есть возможность, помогите, сумма небольшая. А теперь про корпоративную этику. Я специально это сделал. Потому как вот, в связи с этой дивной корпоративной этикой я подходил к нашим депутатам городского собрания и говорил, ну, помогите клоуну. Да, я клоун. Если кто-то на телевидении вам скажет, что он не клоун, ну, во-первых, это все не есть правда. Потому что клоунада там на каждом углу вращается. Вот. И во-вторых, вот в бизнесе, да, я вам сейчас серьезно объясняю, что 95% не очень хороших людей. Помните, Хрущев как-то сказал про таких людей? Педерасты. Так оно и есть. Кстати, депутаты наши, вот, по-моему, те же самые. То есть 95% из них очень нехорошие товарищи. Вот. Вот, они работают, естественно, на комбинате и вот думают, что им дали возможность тырить. Ну, до некоторого момента тырьте. А дальше посмотрим, что с вами будет. То бишь, ребят, в среди власти количество нормальных людей не сильно большое, уж поверьте мне. Так что я денежки занял, да? Съезжу, пролечусь, естественно, всем вам покажу, как я там буду лечиться, вы все поймете. Вот, я, естественно, беру видеокамеру с собой, все это дело продемонстрирую. Если не в эфире, то, естественно, на YouTube, все это дело поймете, что лечение опухолевых заболеваний любого рода и в любой стадии, первая, вторая, третья, четвертая стадия, пункт номер один, вам надо этим делом заниматься. Пункт номер два, если вы этим делом не будете заниматься, вы, скорее всего, крякнете. Вот. И пункт номер три, если вы будете четко лечиться, то есть как я, допустим, да, я перестал употреблять алкоголь полностью. Вот, полностью. Вообще перестал. Чувствую себя изумительнейшим образом. Думаю, что и вы также бы себя чувствовали. Все. Остальными вещами я тоже пока не занимаюсь. То есть для меня сейчас запрещено катание на скутерах, катание на мотоциклах. Я, конечно, могу свое вот вам продемонстрировать, но это не есть факт. Вот. Права-то у меня тоже есть. Мне нельзя прыгать с парашюта.
Вот. На водных лыжах мне нельзя находиться. Вот. Мне также нельзя ездить на горных лыжах. Ну, конечно, да, косяки. Но тем не менее мы продолжаем жить. Потому что я хотел бы, чтобы мой сын вырос. Я бы ему дал все, что я имею. А так, ребята, если есть возможность, помогите, пожалуйста. Другого варианта просто нету.